Друг на бухло, смотри, на Невском сидит, на бухло написано. На бухло, да? Смотри, он на наушниках ни хрена не слышит, охуеть. Как зовут тебя? Роман. Вася? Роман зовут. Роман? Вроде ничего такое имя, Роман. Я думал, Вася, ну ладно. Ну много так набирается, нет? Друг. Роман. Дают, Вася. Нет? На Бухалова дают, нет? Да как? Или лукавишь, наверное, не дают ни хрена, да? По-разному? Кино-то будешь сниматься, нет? Кино? Бомжом будешь, да? Кино. В Голливуд поедешь бомжом? Вот приют не поеду. Ладно, не поедешь. Сейчас я уже раз самолет посадят, увезут. Я уже раз побывал в приюте, хватит. Да? Я больше суток не выдержал. Выглядишь ты хорошо. Не видно, чтобы бухал так сильно. Ну не знаю, литра по полтора водки выпиваю в день. Полторы бутылки? Водки, да? Полторы. Водки. Ну паленый, да, какая придется? Нет, я стараюсь в магазине брать. А? Или будет нельзя пить, у меня гепатит С. Да не, ну не скажешь, что ты это самое сильно. Не скажешь, что ты сильно пропитый. Ты сохраняешься еще. Ты, наверное, не бомж. Работаешь на ЦРУ, нет? На ЦРУ работаешь? Или на КГБ? Понял, ладно, давай, Ром, пока.